Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. Сегодня, значит, пришел Сым на постоянный ток. То есть берет переменный, получаем постоянный. И вот сейчас мы проведем опыт. Подключим инерциоид, то мы подключали на переменный. Ну, инерциоид, вы знаете, вот это вот на 200 ватт мотора стиралки. Это на 600 мотора стиралки. По 15 тысяч оборотов у них в минуту. Так. На выход, на нагрузку, вот этот, значит, вот этот служит генератором. Вот этот. Как генератор. На нагрузку мы подключаем, значит, прожектор 500 ватт галоген. И вот, значит, подкручиваем. Так. Ставим, значит, вольтметр и проверяем. Сейчас проверим, как она работает на постоянном токе. Я уже проверял, сейчас вам покажу. Результаты уже записаны у меня. Итак, подключаем. Значит, реле. Через реле Амброн, значит, стоит реле Амброн на 1 секунду и на 0,1 секунды только в работе, то есть 1 к 10, система 1 к 10. Я показывал на переменке, а сегодня мы посмотрим на постоянке, так как пришел, значит, Сым на постоянный ток на 220. На 210-220 вольт. Я уже замеры делал. Сейчас я вам покажу, как работает система. Подключаем, значит, реле. Так. Видите? Реле работает. Дальше подключаем саму систему. Видите, система работает. На постоянном токе работает. Видите, без особых рывков, напряжение около 50 вольт, выходное, 50-49, вот так вот, 48. Это ведущий мотор, а это выдает ток. Значит, работа через Сым. Сым холодный. Вот видите, реле, этот прожектор работает ровно. Так я перерыв 1 к 10. Пока можно выключить, сейчас результаты замеров есть. Сейчас вам покажу. Результаты замеров. Сейчас. Значит, 104 ватта потребления системы. 104 ватта. Так. А выход 598 ватт.
КПД 575% системы. Подсчеты произвел согласно счетчикам, согласно амперметру и вольтметру. Дальше. Покажу схему. Схема вот такая, значит. Мотор. Мотор 200. Мотор ведущий, то есть который крутит. 15 тысяч оборотов. Так. Тут поезда уже заколебали, блин. Днем и ночью. Дальше. Такой же мотор, но на 600. От стиралки. 600 ватт. Тоже 15 тысяч оборотов. То есть 200 крутит 15 тысяч. За счет чего он его крутит? За счет ускорения, которое возникает при нагревании. Так, большие обороты. Большое ускорение. Во-первых, разряженный воздух вокруг него, все улетает. Плюс он сам, значит, ротор становится легче. Крутится только ротор. Так как, значит, расширение происходит и разуплотнение материала. Это вы понимаете. Вот здесь у нас стоит, значит, шим. Шим выдает постоянный ток 210 вольт на выходе. Постоянного. До этого мы пробовали на переменке. Включаем, значит, на полную, на 210. Дальше у нас по цепи идет, от шима идет. Реле. Реле Амрон. Вот так вот. Реле Амрон. Вот здесь вот на реле, видите, разрыв, разрывает. Включаем всего питание на 0,1 секунды, то есть. А потом у нас 1 секунду стоит. То есть питание не поступает. Вот здесь вот, значит, фаза 0. Фаза 0. Сеть. Фаза 0. То есть сначала на реле, потом на шим, потом на систему. И выходит у нас прожектор. 500 ватт. 500 ватт. В итоге мы получаем 500, сейчас скажу, сколько точно, 598, почти 600 ватт, 598 ватт. Получаем 598 ватт на выходе, а на входе затрачиваем всего 104 ватта. То есть система показала на постоянном токе, видите, работает ровно, износу будет намного меньше, то есть шим правильно купил. То есть сейчас система, видите, уже и постоянный ток подается в нее. Осталось только пару аккумуляторов, чтобы она, беря меньше с одного аккумулятора, во второй передавала, то есть она будет с одного аккумулятора брать 104 ватта, передавать в другой 598 ватт. 104 ватта мы отдадим обратно, будем менять аккумуляторы. А у нас остается, видите,
598 минус 104. Около 500 ватт, 494 ватта, в общем, остается у нас для потребления. Ну что, вполне хватит для маленькой квартиры. То есть сейчас работает не так шумно, видите? Не так, ни искр нет, ничего нету. Постоянный ток, вон, ребята, все тут получше работает. Так что сим я купил, не жалею. Значит, сим где я купил, сейчас покажу. На Алиэкспресс. Сейчас вам поставлю ссылку. Под видео поставлю ссылку, если захотите пробовать. Это не тот Алиэкспресс, видите, какой-то левый. Что за фигня? А неправильно набрал. Да опять не туда. Она опять переправляет, видите, переправляет на какой-то Алиэкспресс.ру. Левый сайт. Вот он, опять ру. Видите, что делает? Левый сайт Алиэкспресс.ру, а мне просто надо, вот. Просто Алиэкспресс. Опять Алиэкспресс.уа. То есть жулье. Везде жулье. А настоящий Алиэкспресс я не могу найти. Сейчас на Яндекс пойду. Надо здесь опять почистить. На Яндекс. На Гугле, видите, не найдешь. Опять ру. А вот. Вот Алиэкспресс.ком. Вот что нам надо. Опять ру вышел. Видишь, что делает. Не могу Алиэкспресс найти. Видите, как делает. Что-то они подхимичили мне. Что-то подхимичили. Ну ладно, в общем, потом ссылку дам. Подхимичили. Ну, в общем, все понятно. Почищу компьютер и дам ссылку. Рептилоиды, видите, не дремлят. Они поставили свой Алиэкспресс какой-то, значит, подсыльный. Деньги берут. Алиэкспресс.ру там. Деньги возьмут, а хрен что дадут. То есть жулье. Ну вот такая схема, ребята. То есть постоянный ток применять выгоднее. Благодарю за внимание и понимание. Всем удачи.